Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Magazine Crawley Play. Первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль. Так, друзья, в первую очередь сказать, что вы просто капитальные красавчики. Вы услышали меня и набрали под предыдущим роликом 150 лайков. Давайте наберем под этим видео 100 лайков, и выходит новое видео. И давайте сделаем так, ну, чтобы, ну, я в каждом видео это не говорил, чтобы вы сами это знали. 100 лайков, и сразу же выходит новая серия. Итак, как вы поняли по названию, я вернулся в ОПГ Южное. Там сейчас, я думаю, будете бомбить в комментариях и так далее. Я, по-моему, когда пассажир ушел отсюда 2 недели назад, по-моему, да? Ну, примерно где-то так, короче. И вот Леон написал мне, типа, давай на девятку, типа, хочешь, возвращайся, типа. Я думаю, блядь, в ТРК как бы скучно, поэтому я вот решил вернуться. На девятку я только сегодня встал обратно. Собес вот делаю, короче. Ну, серьезно, блин, вот ТРК, честно, классная фракция и так далее. Ну, блин, кроме того, что я бабло там фармил, я больше ничего не делал. Потому что, ну, эфиры проводить... Ну, такое, знаете, если буду снимать, как я эфиры провожу, это по 30 минут видос, и вы особо их смотреть не будете, и это будет скучно, ну. Сама по себе фракция ТРК, она классная, но там особо снимать нечего, понимаете? Кстати, настолько шикап был, мыслили. Чуваки, просто, кто может, кто хочет, приходите к нам, потому что... Полная пизда происходит, понимаете? Сейчас я пробуем карту открыть. Просто смотрите на теры. Кстати, вот желтая — это наша тера. У солнца вообще тер не осталось ни одной. Орехи сейчас тупо оккупируют. Они у нас только что отбили вот эту территорию. Но не тупо с ключей стреляли, и все, блядь. Вообще просто красавчики. У нас осталось 7%, пацаны. Реально, вот я, вы знаете, я хуёво стреляю, блин, это все знают, в принципе, и так далее. Но, блин, кто может, пацаны, приходите к нам, блин, будем тащить. Если нас будет много, хотя бы на так, человек так 20, я думаю, мы просто затащим. Хотя бы отбить, блин, ну, хотя бы отбить 20%. Кстати, извиняюсь, я приболел. Блядь, дико сейчас кашляю просто, пиздец. Реально. У меня голос такой севший. Серьезно, кто может, кто умеет там нормально стрелять, приходите к нам, чуваки. Потому что, ну, я вот сюда вернулся, но, понимаете... От меня особо толку нету, понимаете, блин, я стреляю хуёво. Вот в чем проблема. У нас там есть, типа, кап-состав, я так понял. Леон собирает кап-состав. У нас сейчас финт какой-то, по-моему, маленький. Ну, 10 был 16. Вот, у нас 8% у нас даже, 8%. Ну, блин, этого мало, пацаны. Буквально еще неделька, и все, мы останемся без тер. Даже, может, неделька, даже 2 дня. Поэтому, чуваки... Приходите к нам, кто хочет нам помочь, кто может нам помочь. Это я чисто ваш прошу от себя, мне Леон ничего не говорил. Потому что реально, ну, нас мало здесь. Все что-то уходят, наверное, из-за того, что, типа, вот тер у нас мало, все ливают. Ну, блин, лучше бы оставались и помогали отбить все территории. Ну, как все территории. Ну, хотя бы отбиваться нормально, чтобы хотя бы у нас было 30%, тер хотя бы 20%. У нас осталось вообще понты просто. Можно сдать экзамен. Давай чуть позже. Я серию записываю. Давай, чувак, чуть позже я серийку записываю. Короче, чуваки, я бы отвернулся сюда. Ливнул я просто из ТРК. Ну, блин, там ЗП был 11 500, конечно, да, круто там и так далее, но, блин, этого как бы маловато.
Не то, что маловато, но скучно, там нечего снимать. Вы сами видели, я в ТРК был, по-моему, ну, больше недели, по-моему, я был там. И, блин, я кроме два видоса всего лишь записал, нет, три видоса записал, и все. Понимаете? И вот в чем проблема. Блин, чувак, что мне мешает? Я хочу скриншотик ебануть, он мне мешает. Поэтому, чуваки, кто может, кто там, у кого скиллы нормальные. Че, надеюсь, да. Я видео. Да, да, чувак, ты в видосе. Ты в видосе, чувак. Приходите к нам, чуваки, реально. Я собесы каждый день буду делать. Приходите, буду вас принимать. У кого есть скиллы, приходите тоже. У кого нету скиллов, тоже можете приходить к нам. Потому что реально, блин, ну мы сольемся, серьезно. Ну, блин, я выкупаю, чтобы сольемся. Потому что, ну, нас мало. Их там по человек 15, по-моему, приезжает. Ну, примерно 10-15 человек, а нас там по 7, по 8 бывает. И все. У меня еще винда полетела, короче. Прям перед каптом. Одна минута. Нет, 4 минуты осталось за каптом. У меня тупо экран смерти этот синий появился. И пиздец просто. Реально. Короче, буду всех вас здесь ждать. Принимать и так далее. На этом у меня все. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.